Ой, блядь, писать хочу. Ой, блядь, с этим дебилом жить это невыносимо. Вот эти, блядь, ваши стримы, это, блядь, аналитика. Он говорит, аналитика. Я за последние, не знаю, 4 часа чуть дурачком не стал. Пиздит, 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 пиздит. Сука. Про каких-то поляков. Ебанутый, сука, ебанутый. Ну, ёб твою мать. Так, все, дайте мне поссать. Это. Ой, блядь. Он полотенце себе тоже под жопу подстелил, блядь, чтобы с него не текло. Что? Что он повключал? Куда разговаривать? А как увидеть себя? Ой, блядь. Решил стул мой Update Edition. Да, да, да. Это, дай мне хоть себя увидеть. Я не понимаю, с кем я беседую. Вот, сейчас. Ну, я не понимаю. Я не я, головка не моя. Да, да. Где? Вот. А, все. Ну, хоть повествуй что-нибудь, что там. Я не понимаю, с кем я беседую. 100 тысяч, до 100 тысяч населения, наверняка там не будет шабот. Они когда-то были там, в году, это к 2000, как в Краснознаменске, 40 тысяч населения, был дом с шаболнами. Вот, это еще когда мы с Ладосом тусовали, 15-16 году, были там шаболны, но негритянки. Чего я, ну, насытился, не хватило. Мне было два раза секса с африканками. И... Все, что я видел, это пизду фиником, блядь. Вот так вот. И, собственно, мы вызвали им тачанку, они уже были на полпути. Мы отели нигде не нашли. Здесь. Ну, по итогу, да. По итогу, что, блядь, сигнатуры оказались? Мы их не ебали. Но в итоге они приехали? Нет. Мы... Прибежал какой-то парень. Начал меня целовать. Вчера.
это здравия, здравия желаю, что там, блядь, целует меня. Я вот тут спрашиваю, это не он? Нет. Блядь, натуралы ебаные потрахаться не могут. Я, блядь. Да понимаешь, не столько смешно над его шуткой, сколько... Да это не шутка! Ну это везде! Мы были в Доминикану, он такую платную поездку... Вообще шикарная была поездка, полет он организовал, это проплатил, это Бабы. Я, блядь, там, да, а чё, не знаете, он, ты их знаешь вообще? Доминикану, как мы летали, я, да, Серега, Никита и Маганди в четвёрм. Да, за полетом негры пасутся, это вообще, это... У меня три негра, блядь, было. Я им там под пальмами трын-дрын-дрын. Ну, я подробностей не буду. Эти, блядь, шлюху вызвали. Я не понимаю, вообще, шлюху вызвали, денег заплатили. Они так не подробнее. Ваш человек был хороший. Вы бы знали. Мы с ним, когда он еще с Натрахой дружил. С Натрахой? А. С Натрахой это другое дело. Еле жопу прикрывает. Мне, блядь, скорую помощь надо было. Я перепил, но не факт, что скоро не перепил. Мне плохо, блядь. Это лежит, жопу прикрывает, блядь. Врачи заходят. Такая, блядь, у них квартира тоже. Это что за молодые люди? Это. А у него жопа не прикрытая. Он мне рассказывает, что он этот привередливый. Чему ты привередливый? Извините, а что засуждать? Блядь, ко мне вчера мужик приезжал. Блядь, кончил в рот. Вот так, блядь. У меня, блядь, аж на шею, блядь. Короче, врач один говорил или кто-то. А, там тоже добра полно. Педагогика, культура и врачи. Вот это вся пидорастия. Дома культуры. Мне знаешь, как говорил Никита, да, мы с врачом разговаривали, он говорит, жопа, она говорит, работает на выход, а не на вход, блядь. А, ну, вот тебе, блядь, рассказ. Да всю твою жизнь. Никит, у тебя жопа как работает? Ну, у меня, не знаю, я... Более известный фоткин. А! Да я знаю. А я тебе, чтобы не соврать, помнишь? Вот там ты зашел когда с Мономахом? Это у нас какой-то... На вас какой-то... Ленинский район считается этот у нас. А я пернуть хочу. Не, ты иди туда, там все сдохнут. В туалет. Ой-ой-ой, бля. Ну что, сейчас долмы наелся с этими, блядь, сейчас пизда всем будет. Пивас плюс висками плюс суши. Да, что, покурим, ладно, потом поищу. Да, этого лучше бы пернуть и ушел туда, блядь. Да не вообще не дошло, это тебе вверху чувствуется. Ну, а он внизу не чувствует. Что, курить? Да. Пошел тоже пердежом дышать. Это пиздец, блядь, какой-то. Right, so clear. Знаешь, что я думаю? Может, на вечер-то? Вот тут ходить сильнее разит. Тут прямо смачно. Кирилл! Кирюша! Кирилл! 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 Ой, вот если бы он...
включил фронтальную камеру, я бы с вами пообщался.